Всем привет! Вот время 5:30 утра. Потопал я на рыбалку. Так, ну вот, выбрались мы из города. Топаем на берег. Сегодня будем рыбачить на угрюмке. Попробуем половить карасиков. Ну и там посмотрим, может еще что попадется. Ну вот, добрались до речки. О, воды вообще ништяк. Аж разлилось все. Вон туда он уходит. Две вон в воде. Что, сейчас будем искать место, где остановиться. Смотрите, как туманчик вьется. Ночью холодно было. Уже солнышко встает. Тут вот место такое интересное, ну камни. Сейчас посмотрим дальше. Вот, вроде с местом определились, рыбачки уже раньше нас вон притопали, сидят. Вот такой вот разливчик, это поворот уже, наверное. Да, поворот, рыбка играет. Расположились, поставили доночки с кормушками. На одном крючке у меня перловка, которую вчера готовил, на втором червь. Кормушки геркулес, панировочные сухари, квас, чеснок и укроп. Прикормка самодельная у меня. Ждем поклевок. Нет. О, сидит красавчик, подлещичек. Вот и первый наш трофей, маленький подлещик на червя. Но. Покрупнее уже. Что-то все позапуталось. На червя. На перловочку, кстати, попался. Первый за сегодня мой трофейчик. На перловку клюнул. Я не думал, что подлещики на нее берут. Карася хотел поймать. Ждем карасиков. Вот, еще один сидит. Тихо, 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 резко не выводит. Вот этот тоже хороший уже. Сегодня я, короче, в роли оператора. Меня некому снимать, как я ловлю. Зато я вам за корефаном слежу. Поклевочка была вот на перловку. Три штучки насаживал, две осталось. Червь вон. А червь? Как висел, так и висел. Как висел, так и живет. Есть. Еще один подлещичек. Оп. О, в кусты потянул. Давай, давай, подтягивай, подтягивай.
сидит вон он. О, хороший, хороший, красавчик. Карась. А, ну у тебя носик еще вон, видишь, перекрутился. Это очередной подлещичек. О, хорошо, хорошо. Вот-вот идет, идет, идет. Сюда выводи. Дай зацепиться сейчас. Заказ не сделал. Такой вот сазанчик попался. Небольшой, но есть. Вот эти вот оснасточки я делал еще в прошлом году на Карасевые озера. Здесь решили их испытать. Ничего, работает. Тихо. Подлещичек. Хорошего кого-то взял. Давай, 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 давай. А, да. Карасик. О, первый карасик у нас. Давай его возьму, подожди. Ну вот и карасик попался. Первый на сегодня. Один ушел у нас большой. Раза два больше этого. И за ночь, вот так вот говорят, вода прибыла. Вчера было намного меньше, и вчера шел отлично карась на бутерброды. Сегодня вот только одного поймали. Карасик. Карасик. О, карась, видать, к вечеру пошел. Покажи хоть. На, смотри, ладошка. Щука, пускай, походу, его долбанула. Вот он с дуру-то и запрыгнул. Спасайте, ребята. Вот очередной подлещик. Вот он, подлещичек. Такой неплохой тоже. Оп! И ты его поймал. Так, не вари. Так, на. Сейчас. Секунду. Ну, вот он такой. Вот очередной подлещик. Подлещик. О, фанерка вообще. Ага. Сейчас. Вот еще один. Зараза, меня тут хвостом своим отшлепал. Так, ну что, время у нас 6:30. Мне тут сегодня еще ехать 8 часов надо. Поэтому начали собираться домой. Вот такая вот погода тут. Чуть-чуть ветер поднялся, портиться начала. Ну, в принципе, порыбачили сегодня довольно-таки неплохо. Без рыбы домой не приедем. Сейчас вам покажу. Наш улов. В основном одни подлещики. Отдохнули неплохо, в принципе. Даже лицо загорело, даже в такую погоду. Так что все отлично. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И до новых встреч. А мы начали собираться домой.